Я работаю психологом в Центре образования города Москвы. Что такое Центр образования? Центр образования – это школа, но более углубленное изучение определенных предметов и большое количество доп. Образования. Соответственно… Пожалуйста, вот здесь микрофон для онлайн-слушателей. Ага. Если можно, вот здесь, здесь микрофон. Спасибо. Соответственно, дети находятся в школе с 8 до 18 часов. Почему мы, психологическая служба, решили, что нам пора использовать дистанционное консультирование? Потому что если мы с вами подумаем о том, как изменяется социокультурная среда наших детей с 6 лет и до 18, и, наверное, еще старше, то мы вспомним, что раньше большую часть занимало межличностное общение, то есть общение тет-а-тет. Сейчас очень большой уровень дистанционного общения, который заключается в общении по скайпу, очень большое количество телефонов, айфонов и других разных гаджетов. Они активно и с удовольствием общаются в социальных сетях и очень активно и замечательно, как сейчас Юля сказала, ищут информацию в интернете. Но не просто ищут, а еще очень хорошо ей доверяют. Информация, добытая из интернета, для них гораздо более важна и гораздо более значима, чем информация, которую рассказали родители, рассказал психолог, еще кто-то. И когда психолог начинает с таким ребенком общаться онлайн, он вызывает у него гораздо больше доверия, такому человеку легче обратиться. Современные родители у нас характеризуются тремя очень важными моментами. Первое, что они очень сильно заняты на работе. Второе, что они практически все имеют телефоны и разные другие компьютерные гаджеты. И третье, это большинство имеют доступ к сети интернет. Соответственно, часть населения, которая может быть охвачена дистанционным консультированием, они тоже плюс. Когда несколько раз на одни и те же темы, но разным родителям, разным учащимся, разным еще кому-то, нам пришлось рассказывать об одном и том же, давая какие-то психологические рекомендации, мы поняли, что надо сделать каким-то образом так, чтобы эти психологические консультации в режиме, например, презентаций с картинками и текстом рекомендательного характера были уже доступны для людей в свободном доступе. И тогда мы стали на сайте школы размещать различные такие материалы. Начал внедряться ФГОС, у родителей очень много вопросов. Появился материал о внедрении ФГОС с рекомендациями, с картинками, с пояснениями. Именно с нашей стороны, со стороны психологов. Появились первоклашки, появились советы, как учиться на пятерку, что нужно делать, каким образом, опять же, для родителей. Очень важно быть успешным, шаги на пути к успеху. Сейчас все знаем, да, как ребята волнуются при подготовке к ЕГЭ и ГИА, психологические рекомендации, чтобы каждому индивидуально не рассказывать одно и то же. Есть на сайте. Хочешь, приди, поговори об этом же лично. Но кому-то достаточно это прочитать. Причем они стали делать очень интересно. Они не просто читают сайт, они скачивают на свои вот эти интересные устройства разные. И потом этим пользуются в социальных сетях, делятся с ребятами, которые не учатся в нашей школе. И то есть уже расходится такая сеть вот наших рекомендаций дальше. Очень кратенько, как мы создаем такие презентации рекомендательного характера. Обязательно вначале кратенькое теоретическое описание проблемы, чтобы ребенок понимал, или родители, или кто-то еще, что это не уникально, что это не он такой единственный плохой, а больше такого ни у кого нет. Информация должна подаваться в сжатом виде, чтобы большим количеством текста не отбивать от самой главной цели. Советы и рекомендации должны варьироваться, их должно быть несколько, чтобы человек, который читает, мог выбрать для себя то, что ему интересно. Картинками, анимационными переходами мы это все стараемся снабжать по минимуму, потому что, как правило, внимание недостаточно стойкое, да, стало у современных ребят, и очень часто отвлекаются. И мы поместили эти рекомендации на сайте школы в свободном доступе, разместили на городских сайтах в свободном доступе. То есть у нас в школе висят ссылочки на эти сайты, куда они могут прийти, где они могут взять, то есть прийти, вы понимаете, да, в информационном варианте,
И здесь тоже и презентации, и статьи на разные интересующие их темы. Также активно консультируем по телефону. В основном консультируем родителей учеников. Прийти некогда, онлайн написать тоже иногда некогда, удобнее всего позвонить. У нас есть специальный телефон, по которому нам можно звонить. Правда, в определенные дни мы эти дни ограничили, но у нас такая услуга есть. Звонят ученики для консультаций, но чаще, если ребенок болен, если он куда-то уехал, а ему вдруг понадобилось с психологом поговорить, или он оказался, не дай бог, в трудной ситуации. И третьи лица – это бабушки, дедушки, дяди, тети, разные люди, которые очень озабочены судьбой своего родного там племянника, внука или кого-то, но они находятся, например, в другом городе, приехать не могут, но очень хотят поговорить. Тоже мы с ними общаемся по телефону. В школе организовали отдельный адрес электронной почты pps1602@yandex.ru, и на этот электронный адрес нам пишут и родители, как правило, с первичной консультацией, с первичным вопросом. И сами ученики тоже. И потом мы уже выбираем дальнейший путь общения. Или это может быть личная встреча, если они могут, они к нам приходят. Если они не могут, мы можем продолжить общаться в сети. Если не могут общаться в сети, кому-то неудобно, да, беседа по телефону. А очень часто просят какую-то информацию. Поэтому даем ссылку на нужный портал, адрес или издание. И дистанционное консультирование очень серьезно вошло в современную систему образования, потому что в современной системе образования психологическое консультирование быть должно, и без него никак. Психологических проблем и у учеников, и у родителей очень много. Решать их надо своевременно, качественно. И решать их можно двумя способами. Это способ личного присутствия и дистанционное консультирование. И практика показывает, что оба способа практически одинаково помогают и нашим обучающимся, и нашим родителям. Спасибо за внимание.